меня, когда мы ходили в ближайшие практики, у меня отравление угарным газом не было, и верхние это, дыхательные пути было. То есть вину признаете полностью, да? Ну да, только не пил. Не пьяный был. Не пьяный был. Да. То есть по изъятым в квартире бутылкам, назначен доктор, скажите, что сказать,